У меня в руках находится простая, но при этом довольно оригинальная головоломка замок. Необходимо его каким-то образом открыть. Сейчас он заблокирован. Для того, чтобы его открыть, необходимо вот этим стержнем пройти лабиринт, который находится вот в этой части. Давайте попробуем. Пока заблокирован, проходим сюда, немножко приподнимается. Кажется, что замок уже открылся. На самом деле, да, он открылся, но головоломка еще решена не до конца. Нужно пройти дальше лабиринт. Давайте попробуем. Вот теперь мы полностью прошли весь лабиринт, и можно его тут рассмотреть. Головоломка очень простая, но, на мой взгляд, довольно оригинальная. Если хотите увидеть больше интересных и необычных головоломок, подписывайтесь на мой профиль, и я их всех покажу.